Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу снять очередное видео. Наконец-то мои баклажаны, голова называются. Вернее, я их так называла. Как они называются, не знаю. Китайские баклажаны круглой формы. Наконец-то они у меня проросли, и как бы их в улитке. Их надо теперь подсыпать землей. Были они посажены 11 марта, а сегодня у нас 25-е. То есть 2 недели они прорастали. Вот видите, 11 марта. Вот так вот они выглядят. Сегодня обнаружила, что они более-менее наклевываться-то наклевывались. А? Вот. Вот видите, эти даже вообще не всхожие. Так, вот здесь только начинает. Вот было семечко посажено. Так, корешки у них не сильно длинные, как вы видите. Вот эти, не знаю, взойдут или не взойдут еще. В общем, нужно сделать улиточку, подсыпать земельки. Так, что-то у меня их много получилось. Не могу никак размотать. Это ж куда? Так, ну вот, начиная вот отсюда. Так. Земелька у меня универсальная. Перлит и вермикулит тоже немножко добавлю. А еще тут у меня попадается шелуха подсолнечника. Но это, если честно, моя шелуха. А не в земле ее не было. Вот так. Во-первых, сразу буду чуть-чуть сбрызгивать. Земля суховата. Так, камень этот. Вот. И начинаем сразу же крутить улиточку. Аккуратненько, аккуратненько. Вот так. Что-то слабовато взяла. Еще земельки подсыпаем. В прошлом году эти баклажаны дали просто отличный результат. И эти баклажаны чем мне нравятся, не длинненькие никакие, у них нет горчинки. Их сразу вот нарезаешь с кожурой, кубиками, кружочками, как удобно. И тушишь, жаришь, они очень вкусные. Так, улитка у меня какая-то слабая, надо туже. Ну, здесь что-то к концу получилось много перлита. Сейчас покажу вам тоже, как я делала улитку. А вот эти баклажаны и помидоры, которые хочу вам показать, они были посажены в один день.
Но помидоры проросли быстрее гораздо. Я их раньше сделала из них улитки. Так, прям берем. Обычно в конце апреля, в первых числах мая, я уже их высеваю в грунт. Опа, макушку срезала. Ах, неаккуратно. Ну, посмотрим, как в этом году. Так. Чуть-чуть я сверху еще подсыплю. Вот так. Так, сейчас поставим в баночку их и польем. Так, вот я взяла ведерко, как всегда, из-под майонеза. Вот мои баклажанчики. Я сверху их присыпала чуть-чуть. Так, ставлю в емкость. Теперь сверху я их чуть-чуть полью сейчас. И немножко воды я наливаю под корень в емкость. Для чего? Ой, так, что-то у меня не получается показать вам. Так. Вот, чуть-чуть я налила туда воды. Для чего? Земля будет впитывать влагу, и как бы снизу будет тоже подпитка. Вот так вот я посадила свои баклажаны. Теперь я хочу вам показать помидорки, которые были тоже посажены 11 марта. Вот я забыла им этикеточку прилепить. Сейчас, секунду. Эти помидорки были тоже посажены 11 марта. Вот. Так, теперь порядок. Но они проросли раньше. И я тоже сделала улитку. Я снимала на это видео. И вот они теперь уже подросли. Растут. Эти помидоры «Черный принц». От компании Invent семена были. Вниз я тоже сбоку вот здесь наливала водички сегодня. У них уже корни довольно-таки длинные, чтобы им было питание. Вот сейчас, ну, немножко наливала водички. Сейчас чуть-чуть сверху брызнула. Вот так выглядят помидоры. Вот так выглядят баклажаны, посаженные в один день. Вот. На этом все. Прощаюсь с вами. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до скорых-скорых встреч!